на Украине заявили об испытаниях модернизированного броневика «Казак-2М1» 27 февраля 2019 года. Военное обозрение. На Украине заявили об испытаниях модернизированного броневика «Казак-2М1». На Украине приступили к испытаниям модернизированного бронеавтомобиля «Казак-2М1». Проверку проводит Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины сообщает украинский военный портал. Источник изображения – Минобороны Украины. По информации издания, комплекс испытаний включает в себя езду по бездорожью, преодоление бродов и удобство десантирования. На модернизированный бронеавтомобиль установлен 5,9-литровый дизель с механической коробкой передач. Бронекорпус обеспечивает защиту военнослужащих от стрелкового оружия. Точных данных по защите нет вмещает 9 военнослужащих, всего или плюс экипаж. Имеются турели для установки различного вооружения. Согласно заявлению начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадия Никифорова, бронеавтомобиль достаточно проходим испытания проходили на полигонах для гусеничной техники. Бронеавтомобиль после окончания испытаний будет поставляться в Вооруженные силы Украины, пишет издание. Между тем, военный эксперт. Полковник в отставке Александр Желин прокомментировал для АТ информацию об испытаниях модернизированного бронеавтомобиля Казак-2 М1. Эксперт убежден, что данный бронеавтомобиль является показухой Порошенко, который пытается выдать единичные экземпляры недоработанной машины чуть ли не за серийный образец, готовый к поставке в войска. Пусть покажут хоть одно конструкторское бюро, которое эффективно работает инженеров которые хотя бы способны прочесть чертежи. Все разрушено, народ разъехался в Россию, Китай, Индию. Заявил эксперт, добавив, что теперь данный бронеавтомобиль будут возить с выставки на выставку, выдавая за достижение. 26 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат военное обозрение. Материал размещен правообладателем. В открытом доступе.